Выживание евро и последствия вынужденного отказа от европейской валюты в ряду наиболее мрачных прогнозов затмили столь популярную в последние годы тему рассуждений по поводу конца света, предрекаемого календарем майя в декабре 2012 года. В глобальное падение евро верят разве что закоренелые пессимисты, поскольку подобное развитие событий равнозначно финансовому цунами с падением правительств ведущих европейских стран, что президент Франции и канцлер Германии не могут не понимать. Швейцарский банк, например, опубликовал исследование, в котором говорится, что отказ от европейской валюты обойдется каждому жителю страны в первый год после возврата к национальной валюте в сумму от 9,5 до 11,5 тысяч евро. Жители Эстонии, большинство из которых не обременены колоссальными сбережениями, в собственных прогнозах падения евровалюты осторожны. Нет, не верю. Если обрушится, тогда никто не знает, что будет. Потому что это будет глобально. На еврозоне живут где-то почти 500 000 человек. Нет, а надеемся, что найдут что-нибудь. А возможно, что и не найдут. Подождем. Нет, не вижу никакой опасности. Не могу сказать, особенно не в курсе. Но все-таки опасность есть, и исходит она от Греции. По мнению главы финансового отдела одного из шведских банков, падение евро принесет трудности разве что некоторым банкам. А роковым исчезновение европейской валюты станет лишь для стран Южной Европы. Если у кого-то есть такие опасения, достаточно перевести сбережения в другую валюту. То есть, скажем, в доллары, либо в иены японские, либо в какую-то иную валюту, либо в австралийские доллары. Хотя, должен сказать, что если бы вдруг, не дай бог, произошел такой крах финансовой системы, то это был бы крах и, по крайней мере, резкие изменения всей мировой системы валютной. И трудно сказать, что тогда было бы с курсами всех других валют. Банк Эстонии внимательно следит за всеми переговорами на европейском уровне. При этом печатный станок по воспроизводству кроновых купюр включать отнюдь не собирается. В этой сложной ситуации это наша позиция сравнительно твердая или уверенная, что ли, что мы эту... Особенно недавно пережитый экономический кризис дает возможность сравнить, что ситуация гораздо более уравновешенная и на гораздо лучших, что ли, основах. У нас нет никакого сектора, который бы сейчас, до этого входа находился в состоянии бума реального. У нас нет завышенных каких-то оптимистических ожиданий. Скорее, население осторожное. Банки финансируют займы за счет роста сбережений самого населения. То есть мы даже не очень зависим от позиций наших там иностранных больших банков, как они себя чувствуют. Сегодня в ходе заседания в Брюсселе министр финансов стран еврозоны, комиссар ЕС по экономике и денежно-кредитной политике Олли Рен заявил, что ЕС вступает в критический 10-дневный период, в течение которого предстоит завершить работы по программе комплексного ответа на долговой кризис в еврозоне и стабилизации европейской валюты. Поскольку шатающийся евро – это головная боль отнюдь не только тех стран, где эта валюта перешла в статус национальной. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.